Свою службу в рядах советской армии Василий Бобков начал в 1990 году. Его призвали в ракетные войска стратегического назначения в Павлоград. Морально выдержан, умеет хранить гостайну, профессионален. Такими словами, его уже провожали через 2 года на дембель. Я служил, кстати, в войсках, где 2 оценки всего есть. 5 и 0. Почему? Потому что если в случае ядерного удара ты не одел ЗК, там не застегнул какой-то шпенечек, у тебя 0. То есть ты погиб. Если все одел ты правильно, у тебя 5. Задача номер 1 – обеспечение связи, прохождение сигнала. Но для того, чтобы противник его не услышал, не узнал и так далее, применяются различные приборы, скажем так, шифрования. То есть ты готовишь этот специализированный прибор, соответствующий текст. Он, когда уходит в эфир, противник его может, в принципе, расшифровать. На это ему нужно, если попроще, прибор сутки, посложнее 25 лет, еще посложнее, 150 лет, например. Я когда еще был солдатом, меня поставили посыльным. Задача посыльного по тревоге, когда часть поднимают, ты прыгаешь в грузовик, тебя выбрасывают в какой-то точке, и ты, значит, должен добежать, постучаться офицеру, офицер с тобой собирается, и на машине опять часть. Стучусь к капитану, фамилия шикарная, Дзюба. Вообще мятый он мне, открывая дверь, так все, что случилось? Я говорю, личный состав поднят по тревоге, прошу вас прибыть в часть. Хлопок, открывается дверь, в идеале выбритый офицер с чемоданом в руке. Я вот прямо вам говорю, не минута, не 20 секунд, и все. Был у нас прапорщик Дудка. Прошел Афганистан, и он жесткий был мужик, такой мужик прям. Все там, равняйся. Немножко личный состав гонял, и однажды он приходит с 2 сломанными руками. Вот прямо реально 2 руки сломаны, вот так, и все. Вот досталось ему, он нас тут гоняет, все. Строят всю воинскую часть. Генерал у нас был с хорошей, знаменитой фамилией Пас, поэтому футбол был запрещен. Вот, и товарищ генерал там говорит, командуйте, прапорщик Дудка, выйти из строя. Вон, с 2 сломанными руками выходит, сейчас ему дадут, вот. Где-то подрался в кабаке и на улице. За задержание 6 вооруженных преступников. Все награждается там так и так. Шел ночью, реальные разбойники какие-то там, кого-то убивали или еще что-то, вступился за семейную пару и 6 победил. Я остался младшим сержантом, потом сержантом, замкомандира взвода. То есть у тебя в подчинении 25 человек, где ты обязан обеспечить их, во-первых, здоровье, физическую форму, приход на все занятия, соответствующее расписание. У меня приходили ребята, назову их, мякиши. Вот просто мякиши. Не мышечные массы или наоборот избыточный какой-то такой жирок там, да, на пирожках все хорошо. И когда ты видишь, что он начинает подтягиваться, 1 раз, 3, 10, понимаете, когда он на первых 100 метрах уже не может дышать, а потом он с тобой спокойно бежит 3 километра, именно вот за эти полгода военной службы ты понимаешь, что да, армия что-то дает. Интеллектуальная составляющая не зависит от роста, веса и так далее. И у меня были такие, и, например, курсант Милейченко, который, просто, я думаю, он, наверное, не обидится, вряд ли он увидит эту историю. По-моему, он из-под Москвы, Грибков, Миленченко. То есть он просто там 150 кг, наверное, весит. То есть человеку подтянуться с таким весом, даже нереально. Пробежать, сапоги разрезали ему. Второму бойцу, наоборот, бегали, искали, ищите, где хотите, потому что у него там 34-й там, или 35-й размер ноги, то есть сапог просто нет. Приглашаю его, раз, у меня личное дело, раз, а у тебя, говорю, там, родня, близкие, мам, папа. Да, мам, папа есть, все. Есть братья, сестры, есть сестренки. Угу. 1, нет, 11. Но у меня как-то на одном обновлении в роте, сначала была Москва, там Санкт-Петербург и так далее, потом стали приходить ребята из регионов, скажем так, которые впоследствии стали даже зарубежьем нашим, да. И поэтому 8-я рота, поверка, Иванов, я, Петров, я, там, Кузнецов, я, уходим туда, да. И там Губоква, я, Москогва, я, Шерстила, я, Мурмыла, и все ха-ха-ха, начинаем заново. И так 2 часа. То есть на фамилию Шерстила, Мурмыла никто не мог улыбку сдержать. Это первые 2-3 дня. Вот я видел, наши ракеты СС-20 там, то есть я понимал силу русского оружия, грандиозные какие-то вещи, сооружения, которые именно наш щит.
щит, который защищает Родину. Это именно когда вот переименовали стратегические силы сдерживания в тот момент. Ну, было понятно, что да, тут мы сдерживаем, тут у нас как бы крепка броня. Буквально я 11 ноября 1992 года возвращаюсь, и уже в декабре, даже, наверное, может, в ноябре, уже начинаю службу в Министерстве внутренних дел, в патрульно-постовой службе. То есть адаптация 0 часов 1 минута. Валерий Романов свою службу начинал 50 лет назад. Сначала учебка в Котовске, Одесской области, затем Москва и уже потом полигон Капустин-Яр. После обучения в учебном подразделении нам давали второй класс, но не ставили печати. А печать ставили, что он законно после окончания службы. Дежурными были взводом, пошли чистить картошку. К 6 утра мы ее больше чистить уже не могли физически. Ничего греха таить, много было картошки почистки зарыто, потому что за 6-7 часов, которые все спали, а мы чистили ее, это было нереально. Ну и представьте, на 1200 человек надо нарезать картошки. То есть склад, где хранилась картошка, когда мы уходили, они уходили, а вытаскивали картошку, от пола было около метра очистков. После окончания учебного подразделения, значит, у нас был марш 500 километров. Мне довелось ехать на нашем автомобиле, который выпускал моторный завод ЯАС. Был такой. Имели свойство отключать воздушное управление. И когда машина идет по болоту, по грязи, то это свои проблемы. Когда не хватало физического здоровья, упирались коленями в торпеду и поворачивали руль. Когда я был в Москве, мне запомнилось то, что к нам приезжали наши хоккеисты, причем приезжал Третьяк, его машину приводили в порядок. Можно себе представить, как цветет степь, и она вся в маках красных. Но это незабываемо, конечно. Ну а когда температура стала переходить уже за 30, степь начинает выгорать, и она становится желтой, такой серо-желтой, грязной. И начинаются проблемы в том, что, как правило, не знаю, как везде, но у нас своей воды не было в части. Водитель был на водовозке, привозил воду сначала для кухни, а вторую машину привозил, поливал деревья. Поскольку жара несусветная, значит, скрывали воду с водовозки, охлаждались, как говорится. Вот, температура до 40, наверное, с гаком была, поскольку форма одежды была утренняя. Вот в столовую, что запомнил, сходили в столовую в майках. У всех всегда на поясе висит фляжка кипяченой воды, холодную пить вообще не разрешали. Поскольку я даже не знаю, откуда ее набирали. Наверное, быстрее всего с пожарных кранов где-нибудь. Даже я застал, в обиходе называлось ДЗ. Так дизентерией болели целыми подразделениями. Убирали, ездили на Бахчу арбузы астраханские. Таких я здесь, хоть и говорят, с Астрахани, я их не видывал никогда. У нас продажи в Ярославле. Убирали помидоры. Тоже запомнилось так, что если у нас сеет рожь, пшеницу, то там поля бескрайний помидор. И эти помидоры... Вот местные, когда собирали, сразу говорят, берем только зеленые. Даже розовые не берем. Почему? Потому что не доедут до потребителя. Едет с кирда сена, и не знаешь, кто ее везет. Обогнал, то видишь, что одни уши торчат, и кто ее везет, даже не знаешь. Телевизор там с 9 до 10 посмотрели. Программу «Время наше доблестное». Это святое было. Если не посмотрел, вроде день не прошел. И масло не съел. 20 грамм своих законных. Лучше всех накормили в Москве. Нас повели кормить, еще ни по ротам не разбиты, ничего. Пошли пообедать, и когда нам дали, вот как сейчас помню, картошку, пюре, котлеты, а к ним еще яйца дали вареные. Это был марш-броски 3 километра, это нормально было. 10-километровый, это был уже проблематичный марш-бросок был один, и то к концу ближе к выпуску. Побежали, рота побежала на 10-километровый пробег с полной выкладкой. Последних уже тащили, как говорится, чтобы добежали. Дошли и добежали. Все было.
я не считаю, что это какое-то... Я думаю, все, кто в мои годы в то время служил, они все это прошли, все то же самое. Максим Теплов просто мечтал пойти в армию. Еле-еле дождался выпуска в художественном училище и 730 дней провел в сапогах. Я попал в Кантемировскую дивизию, это Наро-Фоминск. Краснознаменные, прославленные танки. А еще там я еще попал в 190-ю военную школу поваров. Это называлось 190 ВШП, и нам не говорили, куда нас везут. Потому что мы-то думали, это военная школа пограничников, там военная школа парашютистов. А это П, повара. Мы же не знали, что вообще такие войска есть. Первые это дни. Все карманы, хлеб, сахар. Жрачки вообще не хватало. А что, нагрузка, все. И вот этот кусок хлеба просто вот с сахарком, это чудо какое-то. И потом где-то в туалете размочил его под водой на хлеб. Счастье просто какое-то было. А потом, когда присяги уже стали быть, уже к молодым бойцам приезжали на присяги. Ну, там же родители все несут, там такие сумки. Мы неделю не ходили в столовую. А, слово еще, залет такой был. Это залет, боец. Все, залет. На кухню одеваешь эту робу и пошел на малую мойку. 1200 полк. Ни машин, ничего, все руками. Вилки, ложки, тарелочки, это малая мойка. Большая там, это малая. И приходит подполковник, берет любую тарелку, любую вилку. Если вот жирная, это все. Ты остаешься еще на этой кухне дня на три. Как раз там сдавался новый корпус, новый высокотехнологичный школы поваров. Там все это, кнопочки, огоньки. Я рисовал стенды. Огромный на оргстекле, с той стороны, по трафарету, в зеркальном отображении, писал тексты, рисовал картинки. Все это туда наклеивалось, красилось краской. Другие люди сверлили дырки, вставляли лампочки, третьи делали корпуса. В общем, там потом приходили генералы, нажимали кнопки, горели огоньки. Ну, чудо просто. У нас был майор Тимофей Григорьевич Перерва. Все замечательно, все. Но у него по понедельникам он должен раздавать люлей. Причем он это делал так, что вот Су-25 летел, это заглушается просто. Он просто летит в беззвучном режиме. Он заходил ко мне в художку, у меня была художка, все, там стал, ну, длинный стол, я работал нормально так. Ну что, он заходил, ему надо было, вот все, вот он, что это? Это что, он возбуждался и понеслась. Стекла. Ну, было всякое. И, ну, каждый понедельник, и он и в пятницу мог, когда уходил уже со службы, то есть, чтобы служба веном не казалась, раздать, так сказать, процедурные эти. Вот, и мы что придумали? А он был, ну, то ли из-под Полтавы, то ли, ну, какой-то украинский, и любил, видимо, семечки. И мы с друзьями, кто ходил там увольнители, он нам приносили семечки. Мы прям, вот как заходишь в художку, прям там стол стоял, мы насыпали горку семечек, все вместе выбирали самые крупные. А крупные вот так вот, ну, так, дорожечкой такой. И вот он заходит. Так раз, он что-то так, так раз, одну, так, вторую. Так, чик, так. У него какие-то мысли, он что-то... И в своих мыслях уходит. Сработало. Кстати, это были 90-е года. У вас на гражданке это было все по талонам. А у нас было полное изобилие. У нас была тушенка, цыпленок в собственном соку. Какао «Золотой ярлык», а эклеры какие были, а какие торты были, там, ну, чайный чепок назывался. Я посылочки отправлял на гражданку, папе с мамой, со всякими вот этими делами. Ящичек на почту, наволочкой обшиваешь, адрес, и мама писала: «Боже, спасибо большое, кормилец». Армия научила много, хоть и было много всякого вот этого, там, я все шил, стирал, для меня не было проблем, и сейчас ничего нет. Я сейчас умею все. Кроме электричества, как я обычно шучу. Проводами меня что-то не контачат. А какая у меня была форма дембельская. Боже мой. Там еще был портной парень из Нерехты. И он мне еще помог. Он вот вшил все эти белые кемпи. Ну, как обычно, дембельская форма. Ой, форма была просто загляденье. Просто чудо. И у меня ее конфисковали. Как говорится, у меня были духи. 4 духа. Но у нас это были хорошие отношения, естественно. Они мне потом до сих пор письма писали. Тому учителю и наставнику. Еще после меня эти стенды продолжались. Это я еще принял эстафету и передал. И маленький такой Сережка Окалелов, как я вспомню, парень. Маленький, он хорошенький такой был. Все, я ему обучил и художку передал. Ему он уже там своих набирал. И замполит, кстати, он был Никоузский, как я вспомню, забыл, как зовут, он был с Никоуза, звал меня земляком. Хитрый такой дядька. Вот, говорит, ну что, нужен дембельский аккорд. И он мне, значит, поставил задачу. Во время войны, где-то уже не помню, военный повар Иван Середа, это факт,
где-то, ну, при организации питания пошел в лес, как говорится, там, за дровами, за хворостом, и увидел, стоит немецкий танк «Тигр». Он был только с топором. Он залез на башню, что-то там постучался, погнул им пулемет сразу же, там, этим же топором, постучался, взял в плен и привел весь экипаж. Вот был такой случай. И вот говорит, давай сделай мне вот эту вот картину. Я говорю, а как, я ничего не знаю. Вот нарисую сегодня, домой сегодня. Завтра, через месяц. Ну, все, это вот такие вот добрые условия. Ну, естественно, вот мне дали ДВП, метр где-то на 2,5, диорама. Он хотел в красном уголке сделать диораму вот из этого. Интернета не было, ничего не было. По каким-то, вот я рисовал этот немецкий тигр, леса, вот эти поля, воронки, взрывы. И повар в поварском, это было условие. Наверняка он не ходил во время войны в поварском колпаке. Но я рисовал в белой фартуке, поварской колпак, и он топором по этому пулемету. Вот я это все благополучно сделал гуашью. Все нарисовал, получил зачет, и 7 мая на День Победы меня отпустили домой. Алексей Башмашников – кадровый военный, хотя изначально поступил в политех. Но позже понял, что это не его, и пошел учиться в наше ракетное училище. В нем же и закончил свою службу. На 4 года я всех был постарше. У меня было, как раз был ребенок, и у меня прозвище было «Батя». Вот, и меня как-то выбрали уже секретарь комсомольской организации. Было 100 с лишним человек. Я как бы тут руководил, командиры меня поддержали. Все, выпускаюсь. Мне говорят, вы пока распределены в 10-ю армию, едете в Архангельск. Приезжаю в Архангельск с женой, провожают меня папа, мама с двумя чемоданами. Уехали. В Архангельске говорят, в Архангельске вы служить не будете, поедете дальше на Кольский полуостров. Едем, поезд, есть такая станция Базерская, мы приехали туда, поезд один раз в сутки ходит. То есть нам ждать еще там сутки с ребенком, с этими чемоданами. Приезжаем в штаб бригады. Это была вечер пятница, командира уже нету, дежурный говорит, пока в городок тыла езжайте, нас там 30 километров отвезли. Приехали, вышли, там 2 5-этажных дома, нам дали квартиру, 3 лейтенанта с Нижегородского училища, и я с женой в другой комнате. Жена заплакала, говорит, как так мы здесь будем служить? Я говорю, да здесь мы служить не будем, ты не переживай. Приезжает командир, говорит, так, распределяем с ребенком, поближе, тебя 20 километров от города, там лейтенанты холостые еще дальше поехали. Приезжаем, а там стоит один дом. Условия были на улице. Вода привозная, 2 бочки было на 3 дня. И мы как-то с коллегой думали, а почему бы, чтобы не таскать ведрами, это ж капаешь постоянно на пол, почему бы не сделать маленький насосик для мойки машины туда поставили. И бак уже у нас был в квартире. То есть включаем. Соседи говорят, что такое шум? Этот же насос в бочке работает. И через полгода у всех были насосы. Как включают, шум по подъезду у всех был. Но зато это цивилизация, вода прямо в дом течет. Солдаты в основном приезжали из Средней Азии. Самое любимое занятие, командир, когда в воскресенье говорит, все на лыжи. Они говорят, мы снег чистить, мы что угодно можем делать, только не на лыжи нас ставьте. Они не привыкли к снегу, они, когда надевали лыжи, у них паника вообще, это что такое, они снег первый раз увидели. Сказали, едешь на полигон стрелять. Погрузили мы в армейский эшелон, ехать с Аршиган, это Казахстан, 10 суток. Офицерский вагон, солдатские теплушки, кухня, все с нами, техника с нами. Едем, мы и лейтенанты молодые. Скучновато, нам сказали готовиться к стрельбам, читать, там, учить. Мы чуть-чуть поучили, там, играем в карты. Командир идет, так, вы чем занимаетесь? Идите ко мне. И дает задание, что надо выучить, через 2 часа доложить. Мы доложили, доехали, до Екатеринбурга, большая станция. У коллеги, у офицера день рождения. И мы еще с одним лейтенантом. Бежим, сказали никому не выходить из эшелона. Бежим. Командир, видно, из соседнего увидел. Когда мы возвращались, он уже был в тамбуре.
Арест трое суток. Значит, вы сейчас собираете все шмотки, что у вас есть, и в Мурманск на Куфахту. Оттуда вы докладываете, что вы приехали. Не доехав до полигона, командир наш подошел. Ну, давайте их на первый раз. Он говорит, это не первый раз, это второй раз. Они уже провинились. Оставим. Приехали на полигон, развернулись, отстрелялись на отлично, простили наши грехи. И приехал я уже был с полигона, назначение командир батареи уже. На севере прослужил 7,5 лет. Один раз на проверку нас, это полуостров Рыбачий, собрали всех нас, посадили на такой теплоход, ходил Канин. В каюте была там молодая женщина с ребенком, ну там познакомились офицеры все. Приезжаем на этот дивизион, встретил однокашника по училищу. Он говорит, пойдемте ко мне на обед. Мы к нему заходим. Девушка, которая ехала, вернее, не ехала, а шла на корабле с нами, она в резиновых сапогах таскает уголь, чтобы печку топить. И когда я приехал, я жене говорю, вот там условия, у нас-то вообще там рай. Потом поехали переучиваться на новую технику в Санкт-Петербург, Гатчина. Мы взяли каких-то там денег с собой, ну, так как Санкт-Петербург, где-то там, конечно, после учебы гуляли, и все писали телеграмму. Курсы оказались платные, прошу выслать денег. В училище тоже на разных должностях заканчивала службу. Уже было замначальника факультета, было 700 курсантов, вот, начальник учебной части. Потом как бы предложили возглавить вот детскую железную дорогу, на которой 16 лет вот сейчас работаю. Это то же самое, такое же подразделение, только 700 человек детей, сейчас даже больше уже под 1000. Михаил Жуков свою непростую воздушно-десантную службу проходил в далекой Литовской ССР. Два армейских года с 1987 по 1989 буквально пролетели. Призвали весной в 44-ю учебно-воздушно-десантную дивизию, попал в учебно-285-й парашютно-десантный полк. Там закончил учебку, вышел командиром боевой машины десанта и так служил там дальше. Вплоть до заместителя командира взвода и исполняющего обязанности командира взвода. Служба была насыщенная, веселая. Родина доверила сложную боевую технику и вооружение. Я попал на лето, и такая там влажность большая, и солнце, и дождь, и все тут вместе. В Прибалтике. Если учесть до моря, что там было, там чуть меньше 200 километров. Я на втором ярусе спал, передо мной этот дежурный свет, всегда горит который. И после там какой-то недели или двух у меня такая мысль вообще, это кошмар, еще тут два года. Прослужил там неделю, еще два года, я здесь буду на эту лампочку смотреть. Пришел наш там сержант, который нами руководил замком взвода. Нас всех разбудил ночью, и мы подумали, ну сейчас начнется. А он заставил нас мотать портянки. Ну то есть вот мы полночи мотали эти портянки, разматывали, заматывали. Ну тогда в портянках служили еще, в сапогах, в портянках. То есть заматывали, чтобы не было мозоли. Потому что если ты стер ногу, ну это все беда. Ты, считай, выпал из обоймы. Тебе дадут кеды, и ты будешь идти сзади в строе, но то будут все смеяться и называть этим китайским парашютистом в кедах. Сначала начинаются прыжки с этих Сан-2 и заканчиваются Ил-76МД. За определенный промежуток времени надо выйти там с двух бортов почти по взводу. Надо торопиться бежать и покидать борт как можно быстрее. На воздухе как можно дальше от товарищей уйти, чтобы не было каких-то несчастных случаев. Подготовка к ним идет. Прыжок-то что там, выпрыгнул 3 минуты на земле уже. Подготовка, она такая вся, прелюдия, это очень долгие. Идут. За неделю, за две, и прямо еще на взлетной посадочной полосе туда приходишь и сидишь там, пока там погоду дадут, пока самолеты прилетят, потом они прилетят. Ждут еще погоду, допустим, начинают всю дивизию бросать. Или там еще привезут, морпехи стояли в Принае, то есть начинают все кидать. И снизу-то кажется, что их очень много, но они все ярусами расположены. Задача такая уже, когда опытные стоят, обслуживают не первый раз внизу прыжки. Ну, причем это все обслуживают, просто меняются. Смотреть, чтобы не прилетело сверху, допустим, кольцо, оно свистит, летит. Ну, оно же с тросом, тот, кто потерял кольцо, оно свистит, там сапог тоже как-то там шумит. Шапка так вот, она как птица падает. Привязал сапоги или валенки, если в валенках. На кольцо тут такая петелечка есть, ну то есть она на руке останется.
Ну, стропарь есть нож, который стропы резать. Ну, его тут сразу прячешь, чтобы это никуда не делся. Пулеметчиком первые полгода был. У меня такой пулемет. Такой синяк на ноге от него, от сошек. Есть такой, сейчас он немножко более поинтереснее, армейский рукопашный бой. И так как все уже друг друга знают, и уже соревновательного-то нет такого этапа, взяли самых таких менее подготовленных. Это все на плацу происходит, это все там несколько поединков. А там, если понимать, так шлем с решеткой, как у вратаря, только такой он массивный. И бронежилет. В спорте там немножко другой, просто защита. Потому что шлем он одинакового размера, что бронежилет он одинакового размера. И он, допустим, и мне будет как раз. Пришлось одевать и им. И вот они вот в этих платьях с этим шлемом вышли, бедолаги. Нашему спортсмену, который представлял нашу роту. Ему сразу ударили по этому шлему, и он у него перевернулся решеткой назад. Ну, велик, потому что, как сейчас, по-моему, Николаус ему фамилию был. Вот у Николауса начался там бой с тенью. И сопернику-то не подойти к нему, потому что как мельница начал руками и ногами. А со спины тоже нельзя так говорить. Ну, конечно, там все в покатуху. Вот ему зато дали потом позывной Брюс после этого. Брюс Ли. На десантирование с самолета военно-транспортной авиации один боец из соседней роты, у него не раскрылся парашют, и он прямо камнем на землю. А он приземлился в болото. Вот его как бы спасло. Это осень была, оно не замерло. Стабилизирующий парашют, вот он вытаскивает основной. Вот у него все это вылезло, но не наполнилось. И он прям так бух туда, прям сгруппировавший, все красиво. Когда вытащили, типа, на носилке, там бандеха подъехала, его там загрузили. У него первые слова, какие первые слова у него были? А мне заплатят за этот прыжок. Там же за прыжки, ну, платили. У меня не так уж много прыжков. Ну вот меня друзья уговорили на 23 февраля прыгнуть. Ну, ладно, я сказал, все уж поймали на слове, придется прыгать. Ну, прыгать. Военная карьера Александра Киселева началась, как он признается сам, случайно. Но именно служба на долгие годы стала делом его жизни. 2 года в Суворовском училище, потом выбрал Омское общевойсковое командное училище, уехал учиться в Омск, 4 года отучился в Омске, был направлен служить в Чехословакию, тогда была вот еще такая страна. Прослужил там 3 года, хотели меня еще оставить, но надо было жениться. И вот меня направили в Ярославское финансовое училище. Ехать не хотел. Я говорю, я боевой офицер, я поеду в Забайкалье. Я писал в Забайкалье. Вот, командир полка, майор Субанов тогда был, вызвал меня, сказал, все, едешь туда. Ну, потом-то я понял, что уже документы были направлены. В Суворовском училище, когда мы учились, я участвовал в 100-м юбилейном параде на Красной площади. У нас 20 человек в шеренге, 2 человека запасных и 11 шеренг. Одна запасная. И вот все думали, а кто ж попадет-то? Тренировались, ходили. А мы жили в Москве, в Суворовском училище, тогда оно в филях было. Но тоже интересно, ходили в школу во вторую смену, девчонкам записки оставляли там в партах. На генеральной репетиции присутствовал маршал Советского Союза, министр обороны тогда Гречко. И вот когда мы прошли, вдруг министр обороны к нам подходит. Кто направляющий последние шеренги? Он, я. Он подходит, ему так руку подает. Он так посмотрел. Куришь? Мы думали, ну все, отчислят. А в итоге... Предпоследнюю шеренгу убрали, она не пошла, а последняя пошла на парад. И получили часы от министра обороны, командир батальона и вот этот направляющий курсант. В Суворовском училище очень бережно всегда относились к форме. Мы уже перешли на 2-й курс, мальчишки еще там, ну сколько там, 1,5 метра, чуть больше ростом-то был. Мы шинели все обрезали выше колена, у нас должно быть 28 сантиметров от пола. Но когда пришел в училище, нас ругали. Потому что тоже мода была, шапки носили как пилотку. То есть мы их все время, приходишь, садишься на нее, чтобы она была как пилотка согнутая. Потом, наоборот, домиком стали носить уже на 2-м курсе. Но там уже модные пошли длинные шинели. Так вот, курьезные случаи с этими шинелями. В училище тоже мы шинели военном все обрезали. А как только в город сходил, а из города приходишь, шинель должна быть 28 сантиметров от пола. Как сделать? Так вот, пришиваешь оборки, там несколько, на шинели ходишь, а там несколько этих полосок, кусков шинели пришито. А как-то один раз увольнение отпустили нас тоже. Мы пришли в кафе, мы просто сидим, и попросили музыку включить. А тогда вот это магнитофоны были «Весна», у нас такие кассетные вот эти. Как-то забыли, что преподаватели давали кассеты. Ну, попросили музыку включить, и вот там официант включил эту музыку, а оттуда «Слушай боевой приказ, ориентиры первый». Там, а мы не можем понять, а весь зал замер, и к нам подходит этот официант. «У вас там что-то секретное?»
когда сюда приехал, ну, принцип был командир первый всегда. И вот надо было бежать кросс 20 километров, а я как раз только, ну, роту принял, у меня рота была уже все. И надо 20 километров с боевой стрельбой было бежать. И было там условие, что каждый персонально, до этого бегали по подразделению, по последнему считали, вот надо было всех тащить там и так далее, а тут каждый должен бежать лично. И вот я 7 марта 1987 года, ну там всех проинструктировал, говорю, кто меня обгонит, тому, ну, будут какие-то поощрения. Вот, и я бежал, бежал, ну впереди все, и потом смотрю, уже до финиша остается 3 километра, а был у меня лыжник с Вологодской области, такой мальчишка крепкий. Я смотрю, он меня подгоняет. Представляете, на финиш, и он меня обгонит. Вот отстрелялся, ну правда. А сам про себя думаю, вот ведь командиру дает жару. Ну, пришлось сказать, молодец, видишь, хотел обогнать командира, не получилось, но у тебя еще все впереди. Хоть в Афганистан я не попал, вот так получилось, я говорю, что когда я в училище тоже приехал в Афганистан, я написал рапорт, потому что когда набирали у нас, тут брали людей, вот мы прошли медкомиссию, в отпуск ездил. Мать как-то поняла, что я уезжаю там. Она говорит, уезжаешь? Я говорю, да, мам, я не знаю, куда-то меня переводят там и так далее. Ну, не сказала. А приехал, говорит, все, ваши документы вернули. Вы не проходите, потому что приказ действовал 5 лет между заграницами. Но я выполнял другое правительственное задание. Мне тогда было 27 лет, и я получил орден «Знак почета». По-моему, 1983 год. Вот здесь были мероприятия, проходили. Терешкова приезжала, и приезжал Левитан. Он вместе с ней был там как бы в команде. Мне пришлось просто его... Ну, как бы охранять, что ли, с курсантами. Одно дело, я знаю, что слышал, там, как он там говорит. И другое дело, когда мы начали разговаривать, он разговаривает точно так же, как вот по радио говорил. Ну и самое, конечно, интересное было, когда мы сели там на скамеечку, он начал анекдоты рассказывать. Бежит волк там по лесу, навстречу ему лиса. Хоть и не был на войне, а сколько, 3 раза фуражку простреливали мне. Вот, 1 раз пришлось солдата накрывать от гранаты. А солдат просто бросил гранату и присел. Она на бруствер упала и катится обратно. Вот я рядом так руками просто землю загреб автоматически, потому что ничего не думаешь, это потом. Мы собираемся всегда, каждый год приезжают курсанты, которые вот у меня есть, выпускники. 7 генералов, выпускников. Ну вот так 30 лет прослужил в Ярославле. В 2010 году вышел приказ, я уже, правда, служил сверхпредельного возраста на кафедре тактики. Кафедра оперативного искусства и тактики потом она стала называться, когда академия стала наше военно-финансовое училище. Ну вот и я уволился, и меня пригласили в технический университет, где я сейчас работаю заведующим кафедрой.